Дэн здесь на канале Weekend у Дэна. И кажется, я знаю причину плохого интернета у меня в деревне. Это было обычное холодное майское утро. Шелест листвы и пение птиц заставили меня проснуться после тяжелого трудового дня. Обычный нормальный человек, просыпаясь с утра, делает зарядку, завтракает, принимает водные процедуры. Но только не я. Продрав глаза, я быстренько прыгнул в сапоги и бежал включать интернет, дабы немного посерфить. Интернет, как обычно, показал мне, что сегодня он не в духе, и мне придется довольствоваться, как обычно, низкой скоростью передачи данных. Меня это не устраивало. Я выпил оставшийся кофе и пошел настраивать антенны. Покрутив-повертев, я остался недоволен результатом, но меня не покидало такое ощущение, что как будто что-то мешает хорошему сигналу, и я отправился на поиски этой помехи в лес. Этот сарай стоит здесь со времен мезолита, и у меня появилось стойкое ощущение, что это и есть источник всех помех в деревне. Вооружившись самыми лучшими современными средствами для работ по дому, приобретенных Леруа Мерлен по скидке, я собрался с духом и пошел сносить это логово чудовище. Внутри меня ожидали бесценные богатства древнего мира, от которых я сразу же решил избавиться от греха подальше. Наверняка от них в том числе идет помеха сигналу. Эти вещи давно уже не использовались по назначению. Старые ржавые корыта, кастрюли, прогнившие коробки, пустые ящики, из которых я потом буду делать костер. Бонусом попалась коробка с проводами, давно уже погрызанная мышами, и набор садовых инструментов, которыми уже вряд ли получится воспользоваться. Но некоторые вещи все же привлекли мое внимание. Это были ростки подсолнуха, которые я посадил у себя на участке. Какой-то старый бидон, в котором, по-моему, были собраны самые отборные помои. И наполовину полная канистра бензина. Я решил, что добру не надо пропадать, и подзаправил свой X-Ray. Вытащив все из сарая, я поймал себя на мысли, что хочу оставить весь этот хлам себе. Но это всего лишь ловушка, в которую не нужно попадать. Так, разобрались мы с внутренностями этого шикарного сарайчика. Тут практически ничего не осталось. Только мусор, так что думаю, теперь здесь вообще можно жить. Но нет, его будем сносить и ставить новый классный сарай. Следующим этапом я планировал сделать сараю пару комбо кувалдой, чтобы он рассыпался в хлам. Но этот соперник оказался не так прост. Уберите, пожалуйста, от экранов детей, так как я решил его освежевать. Как оказалось, сарай давно уже болел, так как он весь кишил термитами. В один момент вместе с кожей от него стали отходить и куски с мясом. Тогда я понял, что ему осталось недолго. Чтобы разобрать крышу, на него необходимо было залезть, но вся эта конструкция не внушала мне доверия. Я решил пойти по быстрому пути, разобрать пол из досок внутри сарая, а затем свалить его в равной борьбе. Но все же я немного схитрил и удалил последнюю его надежду – переднюю опору. И вот настал финальный момент битвы. Я собрался с силами и нанес ему смертельный удар. Просто без слов. Вы посмотрите, насколько я оказался мощнее этого старого дряхлого сарая. Это победа. Денис 1, сарай 0.
Ну что, я почти его победил. Ну как, просто снес. Ну, я думаю, этого достаточно. Уже сигнал интернета, думаю, будет намного лучше. Но все-таки надо немного прибраться, так сказать, его, скомповать его на составляющие. Дерево, обшивка. В общем, прибрать, чтобы здесь было чисто. Сейчас этим и займемся. Ну что, пару часов, и этой помехи больше нет для интернета. Фу, удохнулся я, конечно. Вон весь сарай, сзади меня доски. Потом распилим, пустим на какую-нибудь там подтопку, печку, еще что-нибудь, может быть, кому-нибудь отдадим, ну или как вывесим строительный мусор. А что на этом месте будет, я уже знаю. А, ну, кстати, все, блин, пора идти проверять интернет. Сигнал интернета сразу же стал зеленым. А тесты скорости показали довольно-таки неплохие результаты по сравнению с тем, что было. Теперь я с легкостью смогу смотреть видео в 4К, работать из деревни и разносить врагов на миде. 50 мегабит, думаю, для этого хватит. Тем более с таким неплохим пингом. Чтобы сразиться с пнем один на один. Поехали! Зимой я приезжал сюда с бензопилой. Ну что, ребята, снес я это чудовище. Старое, дряхлое. Именно оно мешало ловить хороший сигнал интернета в деревне. Надеюсь, теперь у всех, и у меня будет классный сигнал. Ну, вы сами видели, 50 мегабит входящая скорость, 20 исходящая. Кажется, это отличные результаты. Все, прощай, старый сарай. Ну, а на самом деле, сейчас я покажу, как я добился более-менее такого нормального интернета. Я просто повыше установил усилитель сигнала сотовой связи. Модем с флешкой, который шел в комплекте, никуда не годился, и я заменил его на более крутой модем Huawei, у которого уже были встроены разъемы для кабеля от усилителя, не забыв купить при этом переходник под него. И, возможно, самое главное, это телевизионный провод, который шел в комплекте RG6, я заменил на более дорогой и качественный провод RG6U. Ну что, ребята, сделал все, что хотел. Разнес старый сарай, настроил интернет, поубирался в домике, отдал старые вещи. В общем, полный комплект за полдня, даже чуть больше. Все сделал. Спасибо за просмотр видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, ребята. Отвечу всем на все комментарии, отвечаю, ну, если они адекватные. Ну, и жмите колокольчик, чтобы он постоянно звенел в голове. Так, дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Все, а я поехал в Москву, потому что хочу еще на рыбалочку. И кое-какие дела еще надо сделать. Не по работе, чисто отдых. Все, ребята, всем удачи и пока.